Водитель автокрана двигался по Советской улице. Он выехал с набережной и хотел повернуть на Линейную, однако маневр не получился. На перекрестке у Маяковского спецтехника накренилась и упала на стоящую легковушку. В этой иномарке никто вообще не вылазит, неизвестно, живы там нет. Кузов «Opel Astra» смяло под весом крана, однако водитель остался жив, хоть и попал в больницу с травмой головы. В последний момент, да, я увидел, что автокран начал заваливаться на бок. Но я не успел среагировать, потому что машина-то стояла на скорости. Ну, то есть мне оставалось 2 секунды до зеленого. То есть она ни на парковке, никак не стояла. Поэтому я не смог выбежать из машины. Балка упала, я не знаю, может быть, даже как посередине автомобиля. Получается, машину пополам поделило. Я вылез через водительское окно, через дверь водительскую. Судя по реакции людей, что когда меня увидят, что спрашивают, все удивляются, говорят, чудо какое-то. Госавтоинспекторы говорят, что в данном случае повезло всем участникам аварии, поскольку они оба остались живы. Водитель автокрана тоже находится в больнице. Он получил более существенные травмы, чем владелец легковушки. Кран леворукий. Он упал на ту сторону, где сидел человек. Мужчина пока не был опрошен сотрудниками полиции. В тот же день произошла еще одна авария с пострадавшим. Недалеко от поворота на Сосновку был сбит пешеход. 34-летний житель Берска переходил трассу в неустановленном месте и угодил под колеса «Лады Гранта». Водитель пояснил, что сигналил мужчине, пытался перестроить, чтобы не зацепить пешехода, но избежать аварии не удалось. Пострадавший доставлен в Берский травмоцентр. В четверг утром на дороге из Китим-Завьялова произошла авария, в которой пострадала семья из 3 человек. Водитель УАЗа примерно на 8-м километре съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся. Водитель транспортного средства пояснил, что ранее он отдавал в ремонт свой автомобиль и считает, что ДТП произошло по причине неисправности транспортного средства, которое возникло в пути. Он поясняет, что в пути следования машина стала бросать из стороны в сторону, а потом стягивать вправо, в результате чего он не смог выровнять транспортное средство, не смог справиться с автомобилем и в результате чего совершил съезд в последующем прокидывании. В машине находились супруга и ребенок 11 лет, все в больнице. 27 мая рано утром произошла еще одна авария. На перекрестке Советской и Комсомольской рано утром столкнулись «Лада» и «Тойота». До появления видео оба водителя утверждали, что ехали на зеленый. Однако после изучения записи этого столкновения выяснилось, что нарушил правила владелец «Лада Приоры». Он выехал на красный. Оба участника дорожного происшествия получили травмы.